Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях находится Анастасия Николаевна Дожидонова, заслуженный работник образования, отличной государственной службы, кандидат социологических наук и президент Ассоциации учителей и преподавателей французского языка Республики Саха-Якутия. Анастасия Николаевна Дожидонова стояла у истоков открытия Якутии миру. И сегодня мы поговорим о побратимских связях. Добрый день, Анастасия Николаевна. Добрый день, радиослушатели. Давайте мы расскажем сначала нашим радиослушателям, что же такое побратимские связи. Понятие побратимской связи существует вообще-то давно, и эта связь возникает по самым разным причинам. Иногда по каким-то, допустим, годы войны, какие-то вот руководства городов хотят помочь кому-то, кто попал в беду, или для решения каких-то насущных проблем с теми, у кого эти проблемы решены, или есть возможность объединить какие-то усилия, учиться друг у друга, обменяться, ездить. Есть международная ассоциация городов-побратимов, но поскольку у нас сегодня времени мало, мы туда углубляться сильно не будем. Сразу перейду на то, что в конце 80-х годов начались какие-то подвижки и внутри нашей республики по установлению этих связей. В 1987 году к нам приезжала довольно большая из 10 человек делегация из города Yellowknife. Это северо-западной территории, это провинция Канада. Они были здесь, очень хорошо увидели нас и пригласили к себе такое же количество людей, такого же направления деятельности. В основном это было образование и культура. Эта делегация приезжала и через 5 лет. Вот тогда это были установлены побратимские отношения. Но эти отношения как-то у нас идут вяло, скажем так. Тому есть много причин, с их стороны тоже, ну, возможно, и с нашей стороны. Но самое большое направление, очень массовое, популярное и понравившееся, я полагаю, обеим сторонам, и с нашей, и с той стороны, это история и до сих пор продолжающаяся политика побратимства между нашей столицей Якутск и городом Фербенкс из штата Аляска, Соединенные Штаты Америки. Это по-русски у нас побратим, а по-английски это звучит sister city, как бы сестры города. И вот поскольку город Фербенкс, он стоит внутри штата Аляска, в континентальной части, и вот у них как бы идет разработка, мозговой штурм, какой город надо найти со схожими условиями, чтобы можно было бы, ну, как бы одинаково иметь проблемы схожие и их решать схожими методами. Ну, не может быть, допустим, один среди гор, другой только на берегу какого-то океана. Это как бы слишком разные, так ведь, данные жизни. А они решили, что наш город-побратим, они хотели именно из Советского Союза. Тогда еще был Советский Союз. Чтобы он был на востоке, в холодной части, поскольку они тоже в холодной части Аляски, скорее всего, Якутии, континентальной части, это критерий, как бы они искали, чтобы там был университет, чтобы там были включены коренные народы, их культура, языки и какая-то общая, может быть, история в прошлом, а если и нет, типа, это не так страшно. Но вы помните, и они сами, конечно, знают, что в годы Второй мировой войны в нашей стране, это Великая Отечественная война, Соединенные Штаты Америки были союзниками нашей страны, и с 1942 года началась поставка вооружения, даже продуктов, боеприпасов, и особенно тогда была важна поставка боевых самолетов. Вот около 8 тысяч об этом у нас постоянно говорят. Так вот, самолеты собирали, находили по разным штатам Америки, а потом их собирали, их всех как бы копили в городе Фербенкс. Туда уже вылетали наши летчики и оттуда и летели на самолетах и сразу на фронт. Значит, из Аляски через Берингов пролив, через чукотские города, край Магадана, и у нас 4 аэродрома было построено. Аймекон, Хандега, Якутск, Алёкминск, затем Красноярск, а оттуда уже на войну, уже на фронт. Так вот, у нас была очень хорошая общая страница истории, когда мы оба города имели уже очень хорошие, очень, ну просто важные факты сотрудничества. А в Якутске был как бы штаб вот этой Аляско-Сибирской магистрали перегона боевых самолетов. А в то время в городе Фербенксе была женщина. Женщина, она была наполовину из коренных народов, наполовину датчанка. Очень боевая, она с опытом работы в администрации Фербенкса. И вот она решила вот выехать сюда вместе с переводчицей той самой Мелиссой Чейпин. В 1989 году приехали, в то время у нас был Советский Союз, и мэром был уже
Павел Бородин. Ну вот, приехали и решили вот так начать побратимство. Меморандум подписали. Меморандум – это общие, ничему еще не обязывающие, только говорящие, декларирующие, что обе стороны хотят начать какое-то совместное действие. Дружбу или сотрудничество, партнерство, начало какого-то конкретного дела. То есть фактически побратимские связи между городом Якутском и Фэрбэнксом начались уже в 89-м году? В 89-м году, поэтому в этом году-то мы как бы отмечаем, ну, без такой какой-то очень большой помпы, но все, кто заинтересован или был вовлечен, они знают об этом, готовятся. 30-летие создания вот этого вот реального побратимства между городом Якутском и городом Фэрбэнкс. После того, как стали делегаты ездить на основании этого меморандума, в 91-м году, вот через два года, как бы, да, мы отметим уже официально, они уже подписали серьезный документ, договор о сотрудничестве. А он составлен, что этот договор для того, чтобы сотрудничать в различных областях зимних городов, в области образования, науки, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и социальных служб. По всем этим, конечно, хорошо бы сотрудничать, да, таким вот широким шагом, но это, разумеется, трудно-сложно. А по каким-то отдельным направлениям, где-то очень активно, продуктивно, эффективно, результативно идет сотрудничество, а где-то как бы ослабевает. Потом вот 30 лет прошло, конечно, там меры поменялись, у нас меняется, у нас строй поменялся, у нас Советского Союза нету, но договор-то остается в силе, и с разным успехом, с разным результатом и интенсивностью, в общем-то, это сотрудничество продолжается. В 2006 году поставлен огромный и очень красивый памятник в городе Фэрбэнксе, прямо в центре, советскому и американскому летчику на фоне как бы самолета. И вот это очень большой, высокий памятник, очень красивый. И есть там, ну, слова Рузвельта, допустим, ООНовские какие-то декларации, еще тогда Лиги наций. И сзади есть маршрут, карта, вот это, да, да, это Аляска-Сибирь авиаперелета. И там есть четыре, там прямо написано четыре наших аэродрома тогда. Это Аймекон, Хандыга, Якутск, Алёкминск. Я как увидела эти названия, прямо тепло стало на душе. Вот. И сейчас, вот, когда годовщина открытия этого программы Ленд-Лиза этой, и как бы годовщина очередная победы над фашизмом, обязательно вспоминают про эту программа «Ленд-лиз». И они там признают, что самолеты к нам перегоняли не американские летчики, наши сами перегоняли. Сталин сказал, над нашей территорией будут летать наши летчики. Все. Поэтому отсюда вылетали туда и прилетали на их самолетах. Теперь вот по побратимству. Какая польза? Студенты наши там учились в университетах, там есть возможность даже скидки большие. Платные же у них высшее образование, а нашим они делают скидки. Вот. Проводятся как конференции, семинары, встречи, допустим, по северной тематике. Они всегда нас приглашают. Если мы приглашаем, они приезжают. По той же самой энергетике, по возобновляемым источникам, по той же северной авиации они приглашают. И если мы в состоянии, наши люди, поехать, наши ездят, смотрят, они там обычно все рассказывают. Они рассказывают все аэродромное оборудование, все размеры этих взлетно-посадочных площадок. И вот сейчас Росгидро ежегодно проводили очень хорошие конференции, семинары с участием очень многих заинтересованных людей. Вот новые источники энергетики, изолированных поселениях, там ветроэнергетика, гидро, вот и многое, солнечные панели эти. И вот приезжали и рассказывали полную карту, допустим, штата Аляска, где какой источник энергии стоит там. Все полностью, и их мощности, там какое население. Наши ездили, руководителем там был Николай Иннокентьевич Дураев, ездили в два поселка, они там все показывали абсолютно полностью. И ребята по пути обратно рассказывали, вот все показали, мы теперь посмотрим, как у нас, ну, допустим, на какое количество населения, какой мощности, ну, проще всего. Потом они же определили, что, допустим, те ветроустановки, они привезены. Мы так думали, это все американское или канадское, ничего подобного. Они произведены были в Швейцарии. Так. То есть американцы из штата Вермонт купили в Швейцарии, там они апробировали, Аляска узнала про это, и из Вермонта привозили туда. И вот эти вот связи такие, да, вот знания какие-то, где что производится, где лучше всего уже апробировано. А туда можно не через Аляску, через Вермонт, а можно, может, напрямую нам ездить. Вот эти поездки
специалистов, особенно тех, кто конкретно работает, знает, делает расчеты, ежедневно по этим работает направлениям, они больше получают очень большой объем информации и связи, где что делается, объема. Угу. Вот этим-то и нужны вот эти побратимские связи. А вообще у города Якутска, кроме Фербанкса, есть другие города-побратимы, да? Да, Фербанкс, конечно, имеет особое положение. Мы еще раз говорим, что это был как бы первый реальный опыт побратимства. Он продолжающийся. И он открыл побратимство для всех муниципалитетов Якутии, есть да, же, кроме он как городов. Бы образец, угу. Да. И я очень рада, что сейчас тоже продолжается. В нашем городе, в руководстве республики уже есть понятие, что вот сам факт установления побратимства, его продолжение – это хорошее дело. Полезное, нужное, перспективное. И Yellowknife'ом, то есть северо-западной территорией, у нас побратимство не очень сильное, так скажем, слабое. Потом у нас город Кызыл с Тувой. Я тоже как-то, по-моему, они, скорее всего, по законодательным инициативам больше работают. Это все-таки ситуация с городом Кызылом и нашим Якутском, чисто климатически, может быть, географически даже не совсем, конечно, схожие. Мураяма в Японии. Вот с Мураямой, да, ездят, сотрудничают как бы по разным вопросам в хозяйстве. Я не скажу, что именно Мураяма нам построила эту теплицу с Аюри, но все-таки какой-то вот есть доверие, фактор доверия для начинания каких-то конкретных практических дел. Они уже, по крайней мере, знают, да. Что такое Якутия. Да, 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 да. Вот. Есть еще с Кореей Чангвон, Хэйхэ. Из Китая два побратима. Это Хэйхэ и Харбин. Ну, Харбин очень большой город. Это северная провинция Китая, Хэйлунцзян. С Харбином, вообще с Хэйлунцзяном у нас побратимство между городами, столицами этих провинций нашей республики. Плюс еще с Хэйлунцзяном у нас было серьезное как бы сотрудничество в рамках международной организации «Северный форум». Ну и последнее, одно из последних – это Олимпия, старинная Олимпия в Греции. Ну, если оттолкнуться от темы побратимства, побратимство можно устанавливать между своими районными центрами, да? Вот сейчас они называются как бы договор о сотрудничестве или там еще как-то вот есть, но это тоже есть как бы побратимство, да? Просто цели вот этого просто взаимодействия или сотрудничества можно делать более упрощенным, близким человеку, по каким-то насущным вопросам, тогда вот этого сотрудничества в области там того-то, того-то, оно становится теплее, да? И в этом плане установление сотрудничества в виде добрососедства, гостеприимства уже в форме побратимства, конечно, хорошо и с российскими городами. У нас есть такое, по-моему, город Алёкминский в Санкт-Петербурге с кем-то тоже имеет побратимство. Еще когда был мэром уроженец Алёкминска Владимир Анатольевич Яковлев. С российскими городами, где у нас, вот, допустим, мы получаем какое-то от них оборудование какое-то или такую научную, имеем дальнюю как бы работу совместную. Вот с этими можно как раз ездить. С зарубежьем тоже, конечно, ну как бы ни складывались события именно в политике, все-таки народы должны жить в мире. Политика-то она для этого, собственно, и руководство каждой страны должно. Они же, когда получают высшую власть, они же руку держат, кто на Библии, а кто на Конституции, и клянутся все делать во имя народа, для его развития, для мира везде. Поэтому, конечно, обдуманно, но такие вот делать надо. Нашим образованным ребятам, которые обучались и в других вузах, и которые по специализации этому близки занимаются, которые сейчас учатся в различных учебных заведениях, дополнительном образовании, устанавливать связи, которые хорошо разбираются в интернете, ну все знает, вот им бы приложить свои силы. Вот в вашем лице я вижу молодых, заинтересованных в развитии своей республики людей. Проявлять себя, сколько игр, молодежное правительство, молодежный парламент, игра министры и прочее, было бы хоть какое-то желание. Ну, это не только для выращивания карьеристов, скажем, есть такое тоже мнение. Среди не очень молодых я слышу это все, но я как в прошлом учительница, мне это все нравится, потому что именно иногда в игровой форме есть еще в педагогике термин «метод создания». Успеха, когда ребенку уже задаешь трудные задания, но его настраиваешь, что он это сделает, что это интересно, что это полезно, что он, ну,
это доступно, это возможно. И тогда дети без страха, без как бы колебаний начинают что-то делать. Угу. Вот, поэтому я очень хочу, чтобы наша молодежь сейчас в республике, получив такие возможности и от государства, и от родителей, и сами по себе так много ездит, так много знают через интернет, через все, и они должны сейчас работать очень хорошо и сделать Якутию, ну, нормальной страной для проживания. То есть усовершенствовать нашу жизнь – это дело молодежи. И не просто ходить там, играть без конца, ездить на чемпионаты, на фестивали, на смотры. Это хорошо, конечно, но ежедневная работа, постоянная, вот она нужна больше. Не для показухи, не для гламура, а вот чтобы и сами жили хорошо, и родители стареющие жили хорошо, и дети подрастающие жили хорошо. И чтобы про Якутию все говорили, вот это вот чудная, таинственная, процветающая страна. Вот что бы я хотела пожелать молодым слушателям особенно. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях была Анастасия Николаевна Божедонова. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Салина Данилова. В стране снегов на вечной мерзлоте, среди озер, долин, лесов и гор, орлом парит на высоте молодежь земли Аланхон. Мы рождены, чтоб вместе побеждать, плечом к плечу в одном строю. Мы рождены, чтоб смело утверждать, что любим родину свою. Давайте за руки, друзья, возьмемся, и вместе будем мы всегда. Давайте все друг другу улыбнемся, едины в мыслях будем навсегда. На нивах спорта, науки, искусства, не отступая двигаться вперед, под знаменем дружбы российской, победам не теряем счет. Мы рождены работать и учиться, творить во благо Родины своей. Мы рождены республикой гордиться, заботиться о ней. Давайте за руки, друзья, возьмем.